Заключили под стражу. Сотрудники ФСБ задержали организатора продажи нелегальных косметологических препаратов, которые поставляли в кировские салоны красоты. Напомним, неделю назад с поличным поймали одного из продавцов подпольных лекарств. Девушка пыталась продать поддельный ботокс и просила за него 117 тысяч рублей. На девушку надели наручники прямо во время передачи крупной денежной суммы. Тогда же при осмотре помещения на улице Маклина, в котором располагался офис продаж, правоохранители нашли целый склад подпольных лекарств. Все партии сотрудники изъяли. Сколько денег продавцы подпольных косметологических препаратов получили от кировских салонов красоты, пока неизвестно. С помощью этих лекарств кировчанкам делали омолаживающие процедуры. Сегодня стало известно, что задержан организатор подпольного бизнеса. Девушка пыталась скрыть свое лицо от камер, но все же попала в объективы. Она, как и продавец подпольных препаратов, сейчас находится под стражей. Следователи говорят, задержаны еще не все фигуранты по этому уголовному делу. В настоящее время следователи продолжают проводить необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также круга потерпевших.